А мы, дорогие друзья, подводим итоги нашего фотомарафона. Сегодня Всемирный день учителя. Еще раз, дорогие учителя, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Теперь мы просили вас подготовить наших телезрителей, сфотографировать поделки, которые вы делаете собственными руками в качестве подарка для ваших учителей. Много пришло фотографий. Огромное вам спасибо за участие, спасибо за то, что неравнодушны к нашим просьбам. Ну, а победителем у нас сегодня становится Ольга Черная. Да, Ольга Черная из Борисова. И как мы вот, посмотрели, вот ее поделка, по социальному... и поделка букет. Профилю ВКонтакте. А, вроде бы Ольга тоже преподаватель, поэтому поздравляем с профессиональным праздником, и наш редактор обязательно свяжется с вами, и вы узнаете, где вы сможете забрать свои призы. Помимо от сувениров программы «Добрый ранец, Беларусь», вы еще и получаете дополнительный приз, входной билет на 4 персоны в школу чародейства и волшебства в торговом центре «Олл». Кроме того, вы становитесь участником розыгрыша путешествия в Лондон. Обязательно сохраняйте билеты, получайте удовольствие от выставки, она продлится до 30 ноября.